Сегодня вот у нас приехали мы в Бельмесело, это дачный поселок, 22 октября 2018 года, вот брату Василию Черепанову, на его дачу. А вот это кто посадил такую? А, так покупал. А его тут еще нет, пошли, открывай дверь-то. Вот его дача, приехали ремонтировать печку, у него печка не топится. Давай. Говорит, зимовать негде будет тогда, если печка не будет работать. Вот. Участок он тут ничего не делал с ним. А у тебя что-то там росло в этом парнике-то? Теплица, вон она какая рваная. Да сверху. Никого. Еще, ты не садил еще здесь? Нет. Вот виноград. А? Виноград вот это у него. А виноград-то собирал, нет? Ну, собирал. Так его на зиму надо прятать под землю. А он-то все заморозил и все. Ну давай. Сейчас я вынесу тут, он не заходите пока. А или я вынес. Давай. А вы вынес, заходите. Я думал, вот у него тут дрова. Дрова лежат. Тоже колоть надо будет их. Он их не поколол, а сейчас дождь прошел, все вымочило. Вот так вот. Это нас привез брат наш Сергей Пупков на своей машине. Сейчас у нас утро, 12 минут только 9. Вон он стоит на повороте. Ой, вот он залез. Аккуратно вступил. Вот мы с собой привезли даже кирпичики, молоточек, мастерок, ножичек, глину, песок. Все брату привезли для ремонта печи. Так вот. Да, брат, зря ты вот их не расколол-то. А? Сейчас они у тебя сырые. И сушить надо будет. Да, то ведро-то. Зимой работы не будет. Ведро-то. Переколю. Ведро-то захватил он то. Ага. Так, сейчас посмотрим в доме. Вот так у него еще тут даже облепиха. Облепиха. Может, конечно, вкус теряет. Так она вкусная ягода, такая кисловатая, сладкая. Так вот, ах, у него дом. О. Я посмотрел, он не подготовился ничего, и к печке подойти нельзя, и там также свет, дай, чтобы видно было. Все, вся печка заложена. Вот смотри, там что есть. Дело в том, что у меня-то тут не включается. А? У меня тут фонарик это нету. Да кто здесь со света включается? Нет, нет, только на вашем. А, ну тогда давай это возьмем. Вот там можешь потушить. Фиговный, что у него тут есть. Слава Христу.